что-то новое для вас и наиболее поразившее? Если было такое. Самое сильное впечатление – это быть вместе в этот непростой момент, мне кажется. Это самое острое впечатление о том, что все-таки это настолько важно. Для меня это было, наверное, самым острым впечатлением. Да, у меня, пожалуй, тоже, я с Динарой тоже согласен. Я все боюсь того момента, когда цифровое выживание, как наша вся реальность победит аналоговую. Понятно, что без аналоговой реальности мы никуда не денемся, и это очень, очень важно. Ну, безусловно, мне вообще странно говорить о самом сильном впечатлении такого фильма, а от фестиваля, безусловно, самое сильное впечатление, что он состоялся, и что мы все смогли устроить эту встречу зрителей с авторами, и в случае национального конкурса эти встречи были... Как обычно, как принято в зале, когда режиссер приезжает и общается со зрителями, мне кажется, это дорого стоит в наше время, действительно, это, мы немножко уже отвыкли от этого сюжета даже. Ну что ж, коллеги, если нет больше вопросов...